В молодежном парламенте четко разграничены функции. Ребята распределены по комиссиям, в том числе не обходится и без юридической помощи жителям. Молодежь района охотно обращается за советами к своим сверстникам. Именно поэтому парламентарии постоянно штудируют законы и постановления. Мы ставим достаточно серьезные рамки. Помимо того, что мы будем приносить благие цели для Одинцовского муниципального района, мы и рассматриваемся как кадровый резерв в государственные муниципальные органы власти. Встречи с старшими коллегами проходят регулярно. Дмитрий Голубков охотно поделился с молодыми парламентерами своим опытом и подсказал, на какие моменты нужно обратить особое внимание и на чем сделать акцент. Ребята с активной позиции, это ребята, кому не все равно. Поэтому я уверен, что именно такие люди-то, они как раз и пробиваются. Ну, поэтому уверен, что у них будут результаты. Молодежный парламент – это возможность для активных и целеустремленных ребят построить политическую карьеру. Это первая ступенька в мир законотворческих инициатив. Кстати, члены парламента уже активно ведут работу в этом направлении. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».